нападали на водителей дорогостоящих внедорожников. В Иркутске задержали подозреваемых в вооруженных разбоях. Жертвами становились владельцы автомобилей. Одно из преступлений было совершено вечером 19 апреля на улице Байкальской. Двое неизвестных подошли к водителю, который выходил из своего автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Они потребовали, чтобы владелец авто сел обратно в машину. Но он попытался убежать и был ранен из травматического оружия. На следующий день аналогичное преступление было совершено в Иркутском районе в поселке Новоразводная. Подошел к машине с пассажирской стороны, то есть спереди. То есть открыл дверь, ну и сказал водителю поднять руки. После чего водитель выбежал, то есть ну, и начали стрелять. И все, ну как бы и начали потом убегать. По подозрению в совершении этих преступлений задержаны четверо молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Трое уроженцев поселка Марково и один житель Шелихова. Все ранее судимы. Полицейские изъяли у них травматический пистолет ОСА, а также обрез двуствольного ружья. По данным следствия, подозреваемые нападали на потерпевших и отнимали у них деньги. Возбуждены уголовные дела.